концертном зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета прошло очередное собрание старост. Они – ключевое звено органов студенческого самоуправления. Старосты всех групп собрались, чтобы решить важные вопросы и улучшить студенческую жизнь. В первой половине дня на заседании присутствовали старосты первого и второго курса, бакалавриата и специалитета. Во второй половине – третий, четвертый курсы и магистранты. Сегодня у нас собрание со старостами, в рамках которого пройдет церемония награждения. Церемония награждения по итогам активности старост за первый семестр 2022-2023 года в рамках проекта «Староста КФУ – это призвание». В рамках проекта «Староста КФУ – это призвание» прошло награждение самых активных старост со всех институтов. Им вручили грамоты и благодарственные письма, а также сказали напутственные слова. Сами старосты признаются, проведение таких мероприятий важно. Это для нас действительно это призвание, потому что ты работаешь не только на группу, ты работаешь на преподавателя, сотрудничаешь с куратором. Безусловно, ты помогаешь еще институту взаимодействовать с группой. Во второй части собрания студенты совместно с преподавателями Казанского федерального университета традиционно обсудили актуальные вопросы для обучающихся, такие как организация образовательного процесса, проживание иногородних студентов в общежитиях университета, назначение социальной поддержки и другие. Азалия Кудлахметова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.